Наше предприятие входит в состав холдинга по производству лекарственных препаратов в Новосибирске. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP. Установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины, автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку и фольгу и другие высокотехнологичные машины и аппараты. В конце года мы провели модернизацию и начали производить замену морально и технически устаревшего оборудования. Я 10 лет работаю ведущим технологом на производстве и хорошо знаю все технологические процессы. Выбор нового оборудования я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено много, изменились и автоматизировались многие процессы. В фармацевтическом производстве очень важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств. На производстве проверяют показаниями уровня влажности, времени плавления, прозрачности, времени распада и растворения, количественного состава, таяния, параметры твердости, толщины, тягучести. Чтобы продукция была, по сути, качественной и полностью соответствовала требованиям гигиены, необходимо было, по сути, серьезно подходить к вопросу выбора оборудования. Мы решили обновить также дрожжировочный котел для опытных партий. Материал, из которого сделано оборудование, должен быть прочным и износостойким. Необходимая производительность 3 кг в час. Я привык делать свою работу качественно и работать только со специалистами. К вопросу выбора дрожжировочного котла я подошел серьезно. Для поиска оборудования не стал пользоваться интернетом, потому что часто за красивой картинкой скрывается непрофессионализм. Я посетил международную выставку оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства, которая проводилась в Москве. Дрожжировочных котлов на выставке было, по сути, представлено много различных производителей из разных стран мира. Я выбрал 3 наиболее подходящие моим требованиям, взял контакты у их представителей. Дрожжировочный котел необходимо было, по сути, согласовать с руководством, а затем заключать договор на поставку. Вернувшись на предприятие, я начал связываться по телефону с представителями предприятий-производителей оборудования. Компания из Германии согласилась поставить дрожжировочный котел, однако попросила лично приехать и подписать договор. К сожалению, я не мог выехать в Евросоюз, так как у меня не было, по сути, визы, а процесс ее оформления занял бы не менее 3 месяцев. Одна компания из Китая выслала каталог продукции на почту, я долго выбирал, но не смог разобраться, для каких таблеток подходит котел, какой допустимый объем загрузки. Третий производитель из Краснодара выслушал меня и ответил, что сможет сделать оборудование только через 6 месяцев, ссылаясь на большой объем заказов. Мне пришлось отказаться, так как машина нужна была, по сути, в самые короткие сроки. Машину необходимо было, по сути, найти, и я понял, что самостоятельно это сделать у меня не получится. Это немного поубавило моей уверенности. Однако тут мне помог менеджер компании из Краснодара, который, в принципе, посоветовал специалиста по поставке фармацевтического оборудования, который, в принципе, смог бы найти другой вариант оборудования. Последовав его совету, я обратился к специалисту-посреднику компании из Москвы. Тогда я еще не догадывался, что поступаю правильно. Менеджер компании выслушал меня, задал несколько уточняющих вопросов о требуемой производительности, допустимой погрешности оборудования. Меня порадовал его профессиональный и деловой подход. После предварительной консультации он предложил варианты дрожжировочного котла, которые, в принципе, идеально подходят под заданные мною параметры. Я согласовал предложенный дрожжировочный котел, и через неделю мы заключили договор на его поставку. По истечении 30 дней после заключения договора мы получили оборудование. Устойчивая и компактная установка, работает отлично. Качественно напыляет таблетки оболочкой. Корпус полностью закрыт листами нержавеющей стали. Доступ к ротору и электрическому двигателю осуществляется через съемную заднюю крышку. Основной котел изготовлен из нержавеющей стали. Сушка осуществляется при помощи сухого потока воздуха, поступающего из нагревательного фена. Крупа получается гладкая и аккуратной формы. Я остался доволен предложенным дрожжировочным котлом. Изначально я скептически относился к выбору менеджера, полагаясь на собственный опыт, однако я понял, что учиться нужно всегда и не бояться доверять профессионалу.